18 октября социальный досуговый центр для подростков и молодежи провел впервые в истории игру «Брейдеринг», которая состоялась между взрослыми командами. Участники проявили желание проверить свои знания и эрудицию в области советского кинематографа. Завершенную роль Андрея Миронова. Время. И 18+. Будьте моим мужем, неправильно? Нет, это неправильный ответ. Плечо, плечо. Пять. Белорусский вокзал. Белорусский вокзал. Совершенно верно. Это белорусский вокзал. И что я в тебя стал сразу такой влюблен? Команда. Свадьба в Малиновке. Нет. Я знаю. Свадьба в Малиновке. А кто произносит эту фразу? Папа Антон. Совершенно верно. Мне кажется, мой любимый киношный персонаж. В игре приняли участие 5 команд. Команда пенсионеров 18+, Михайловский центр культуры, станция туристов, сборная Михайловки, Чатлана на Пепелаце и цементный завод. Игра прошла в азартной и напряженной борьбе. Все команды показали хороший уровень эрудиции. В упорном противостоянии победу одержала команда цементного завода, вырвав победу в финальном раунде у команды Михайловского центра культуры. Дмитрий Меркулов, видео Михайловска. Где же моя молодая супруга? Ты плюнь ты на нее. Невеста не может. Не может быть. Совершенно верно. Этот фильм не может быть. Награждается команда, занявшая 3-е место в городской интеллектуальной игре Brain Ring. Чатлане на Пепелаце. Награждается команда, занявшая 2-е место. Команда, если я позволю, РТК. Можно вас по-советски назвать? У нас все-таки сегодня советский кинематограф. Мы награждаем команду. Команду победителя городской интеллектуальной игры «Цензавода».